Приветствую вас, и нежелание жить означает противоречие. Противоречие между тем, чего хотим мы, тем, что мы считаем, способны ли мы. То есть, мы чего-то хотим, мы на что-то способны, по нашему мнению. И между этим слишком большая разница, слишком большой разрыв. Из-за этого мы начинаем думать, что мы ни на что не способны, из того, чего мы хотим. А то, чего мы хотим, нас не интересует. Тогда нужно бороться не с нежеланием жить, а необходимо повышать свою самооценку, уверенность в себе, самомнение, любовь к себе и так далее. Также нежелание жить вызвано противоречием между тем, чего хоть хотят от вас окружающие, и тем, чего хотите вы сами. Здесь нужно понимать, что у общества есть свои взгляды на человека. И оно стремится подчинить его своим законам для того, чтобы человек способствовал жизни общества. Чтобы он продлевал, как бы, жизнь общества. И если человек этого не делает, то общество, естественно, начинает его осуждать. Необходимо сказать так, что взаимодействовать с обществом нужно так, чтобы те социальные роли, которые вы играете, удовлетворяли бы вашим потребностям, но только вашим, и все. А в остальном слушаться себя, делать то, как вы считаете нужным, и поступать так, как вам кажется правильным. То есть, по сути дела, доверять своим эмоциям, доверять своим переживаниям и так далее. Это явный признак того, что противоречие в данном случае вы не ощущаете. Необходимо понимать, что окружающие люди будут такое поведение воспринимать негативно. Почему? Да потому что им всегда неприятно смотреть на людей, которые поступают не так, как они. Им всегда неприятно смотреть на тех, кто поступает иначе, потому что в них они видят себя. Они думают: я ведь мог поступить так же, но не поступил. Почему? Потому что я боялся. А он нет. И он не боится, и он делает. А я боюсь и не делаю. Но нас много. Я могу надавить на него с общественным мнением, и он перестанет это делать, став таким же, как я. И тогда мне будет легче. Вот так думают окружающие люди о тех, кто стремится быть не похожим на них. Это нужно понимать, относиться к этому спокойно и, несмотря ни на что, двигаться согласно своим целям. Вот примерно так можно и нужно побаловать нежелание жить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, то делайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.